Привет, уважаемые друзья! Видео с двух частей. Вторая — обзор газового обогревателя и моя история о неудачном обогреве гаража. На днях заехал туда, был не один. И зная все трагичные последствия подобных идей, решил согреть вечер, включив печку, загнанной в гараж машине. В моей жизни было два знакомых, которые таким образом умерли от отравления. Я ориентировался на свою внимательность, ощущения, был трезв, но понимал, что вариант сомнительный. Оставил одну дверь в гараж открытой слегка. По истечении 10-15 минут начались жалобы на головокружение. Я быстренько вывел нас с гаража. Надеялся, что, вдохнув кислород, мы восстановимся, но человек оперся об стенку, потом присел и отъехал, что называется. Я, не имея практики запускать человека, искусственное дыхание и так далее, думал уже о скорой, но, слава богу, спустя 3-5 минут человек восстановился. Вся коварность этого букета вредных веществ в том, что, когда понимаешь его действия, мало сил уже выйти с помещения. Это очень опасно для любителей выпить, покурить и так далее. Поэтому, если вы тормоз, то хотя бы не пейте. Вот такая ситуация. Не все, друзья, альтернативы и компромиссы допустимы. Также я понял, что хоть какая-то физическая подготовленность, способность сопротивляться организму, она нужна не только, чтобы быстрее пробежать 100-метровку, а и в других ситуациях, которых может быть довольно много или больше, чем мы думаем. Итак, начнем о обогревателе. Вот такая ситуация. В этой руке я держу редуктор от него, и начинается этот обогреватель. Баллон я купил раньше. Длина провода шланга где-то 40. Покажу сзади. Пьезоэлемента здесь нет. Есть регулировка мощности. Разработка эта немецкая. Делают в Китае довольно качественно. Расход обогревателя 200-350 грамм газа в час. Существуют варианты с меньшей площадью. Мы видим здесь две части, две пластины. Существует на одну пластину. Там расход газа 110 грамм в час. Но я подумал, что это очень важно, скорость работы. Потому что, ну, сидя дома за экраном компьютера, это одно. А когда мы заходим в холодное помещение, всем хочется согреться быстрее. Вот. Поэтому так, сама вещь не тяжелая, вот. В принципе, доступная, баксов 50, автономная, можно носить, машину кинул, ну, конечно, мотоцикл, рюкзак вряд ли, хотя, в принципе, существуют баллоны и меньшего объема, там, на 1,2, ну, это как крайний вариант, уже думаю, это вряд ли. Да, вот, пьезы здесь нету, вот, нужно самостоятельно включать все. Что я сейчас и сделаю. Откручиваю баллон. Вряд ли вы увидите пламя, но попробую. Греет очень хорошо. Все, закрываю. В комплекте также здесь должен идти элемент, позволяющий установить этот экран на баллон, и таким образом сбоку он вот так греет. Но у меня в комплекте его не было, так как я взял его почти на халяву с рук. Вот. Ну и к тому же можно положить и готовить на нем что-то. Здесь сетка довольно крепкая, я думаю, это вполне позволит. Дальше я сделаю обязательно тесты. Тесты по скорости обогрева с учетом объема помещения. Ну, расход, все, что могу, я сделаю, потому что вещь действительно интересная. Я хотел взять сперва на одну секцию, вот, но по цене мне вышло вот то же самое примерно. Ну, здесь скорость, я уже сказал. Короче, штука хорошая. Существуют разные альтернативы. Там электрообогреватели, допустим, они лишены проблемы вот распада этих веществ. Здесь, допустим, в закрытом помещении, ну, если часов 10 отогреться, то тоже можно с ума сойти. Потому что будут эти продукты распада заходить в мозги и тоже плохо действовать. Да, насчет отравления в машине тоже вернусь. Даже если вы выжили вообще, травиться этими делами тоже очень нехорошо, вредно.
Вот. Это касается, в принципе, даже этого обогревателя и все, что связано с этим газом. Вот. Нужно проветривать помещение. Думаю, это все, что я хотел сказать. Будьте осторожны. Вот вообще с этими делами. Все проверяйте, перепроверяйте по два раза. Все, друзья. Пока. Подписывайтесь на канал.